Hey guys, how are you? Okay, today's review God of War, Host of Sparta. Go play. It's no disc, only electronic version. Oh, Sonic Entertainment. Santa Monica Studio. Ready, Atom Studio. Oh my god. New game. Heroes. Кратос, призрак Спарты, стал одним из олимпийцев. Бог войны. Он пролил реки крови. Арес пал от его руки. И все же, несмотря на весь блеск и величие Олимпа, Кратоса терзали воспоминания о своей прежней жизни смертном. Кратос, на помощь! Кратос знал, что это не просто видение. Ибо богам никогда нельзя доверять. Видение из прошлого заставило Кратоса отправиться на поиски ответов. Ответов, сокрытых в храме Посейдона в городе Атлантида. Еще не поздно одуматься, Кратос. Это был сон. Просто сон. Все те же видения, Афина. Ведь ты же клялась избавить от них. Но это видение моей власти. Этому видению лучше быть не из них. Все сложнее, чем ты думаешь. Слушай.
Okay guys, please like for video on this. Bye bye, good luck.